Итак, добрый день всем уважаемым зрителям моего канала. Сегодняшнее видео будет посвящено трансмиссии бульдозера Shantou из D16 и тому, как мы восстанавливали эту трансмиссию. То есть у нас в организации появилась неисправная коробка, которую мы восстановили, разобрали, дефектовали, купили все необходимые запчасти, поменяли, собрали, обкатали, проверили, то есть у нас есть исправная трансмиссия. И сегодняшний ролик будет как раз посвящен этому. Пожалуйста, смотрите, наслаждайтесь, если будут вопросы, задавайте. Погнали! Итак, здравствуйте, дорогие друзья и зрители канала. Сегодняшнее видео будет посвящено коробке от бульдозера Shantou из D16, которая в нашей организации собралась для того, чтобы быть проданной. То есть эта коробка у нас пришла в капитальный ремонт, мы ее восстановили полностью, то есть это оригинальная коробка от бульдозера 2013 года выпуска. На тот бульдозер была установлена другая коробка переменных передач, а эту мы выкупили и произвели капитальный ремонт. В результате этого ремонта были заменены все фрикционные диски, все подшипники по кругу, все уплотнения. Я обязательно сделаю вам вставку, чтобы показать, как работают уплотнения на пакетах, то есть как работают поршни. Были заменены все сальники, то есть сальник, который находится на хвостовике привода карданового вала. Здесь у нас подготовлены вот новые резинки уплотнения. Также можно вот наблюдать состояние дисков. То есть диски все новые вот эти стоят. То есть в нормальном состоянии пружины. Все корпусные детали целые. Первая передача тоже перебрана полностью. То есть там заменены медные кольца. То есть установили все новые медные кольца. То есть сделали все, что необходимо. Будет стоять оригинальный распределитель, проверенный на стенде. На коробку имеется гарантия. Мы можем отправить ее в любой регион. То есть сейчас мы ее дособираем. Поставим колокол. И уже установим распределитель и произведем консервацию. То есть пакеты мы прохлопали, все почистили, помыли, все поставили, все по книжке собрали, все как положено. То есть коробка вся крутится, вертится. Так что, кому интересно, ребята, обращайтесь. Телефон для связи будет указан в описании к видео. И мы сможем с вами договориться. То есть цена на коробку 400 тысяч рублей с НДС. То есть любая форма оплаты, повторяю. Поэтому, пожалуйста, звоните, пишите, если будет интересно. Все, всем пока. Отсюда под углом надо. Вот так. Так, подожди, подожди. Вот она дырка. Да, подожди. Все, снимаю, давай. Да, видно, вот. Все, отлично. Ну-ка, давай еще разок. Сможешь? Все. Есть. 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 Итак, ведем проверку герметичности пакетов после сборки. Третья. Вторая. Первая. Ничего не видно. Ход назад. Ход вперед. Все, единственное, не было видно. Сейчас, если только... Ну, так, наверное... Можно отдельно.